Смотрите в новом выпуске программы «Секретная папка». Советский танкер «Туапсе». Прошел захват этого судна самым пиратским способом, с помощью выстрелов. Они потеряли возможность вернуться в СССР, они потеряли себя, потеряли свои жизни, некоторые из них, они потеряли связи с родственниками. И там им сулили золотые горы. Весь мир, вся Европа возмутились, страшно. Теперь все зависело от моряков. У меня в руках судовая руль. Это основной документ. Что ж тут сказано? «Секретная папка». В среду в 20:45.